Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Дополнительного призыва резервистов из запаса также не предвидится. Об этом говорится на сайте Кремля. Подчеркнув, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса, сообщил глава российского государства. Путин подчеркнул, что с поставленными задачами на территории Украины справляются профессиональные военные. Он уверен, что российские военнослужащие обеспечат мир и безопасность для своего народа. Кроме того, российский лидер выразил особую благодарность женщинам, которые несут службу в рядах вооруженных сил России. Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах вооруженных сил России. «Спасибо вам за верность Отечеству», — отметил он. Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом рассказал о ходе организованной им специальной военной операции на территории Украины. Он заявил, что приостановит движение российских войск, в том случае, если Киев прекратит бой. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.